Привет. Мы с ним будем опять играть в игры. До хрена игр. Это Стикмен. Понятно. Ну, я бы так сказал. Это раз довольно мало. Подождите. Так, ну давайте подумаем. Это что такое будет? Да что за херня? Я в прямом смысле говорю, что за херня? Да, вот так сделаем. Давайте вот. Пофиг вообще, что это такое будет у нас. Колес что-то мало, да? Давайте возьмем вот такое колесо. Такое колесо, такое колесо. Как мы назовем машину? Давайте, большими буквами. Говно. Yes. Давайте на говно поехали. Поехали на говне. О, это ядро-дручок. Ну, сука. Машину верните мне, вид. На... Валим, 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 валим на гелике. Сука, что это такое еще? Бум, хедшот. Господи, это так жутко выглядит. Фу. Фу. Что вообще там происходит вообще? Объясните мне. Ну давайте откроем новую трассу, как бы мне вообще пухер. Давайте все-таки создадим нормальные. Вот почему колеса просвечиваются, чё? Ах, разведи вот за 3500 машину. Так, ну давайте посмотрим, что тут есть вообще за выбор у нас есть. Вот, вот это. Деталь подойдет. Нам бы еще какую-нибудь такую. А, подойдет, наверное, или нет? Давайте поставим все-таки деталь. Так, я не знаю, что нам взять сейчас бы еще. Хочу обязательно иметь пушку. Колеса, колеса, колеса. Возьму вот такое одно колесо. Нет, удалить. Здесь вот такое, ну, блин, аккуратненько. Вот, все нормально. Давайте назовем. Спорткар. Ну, нормальное название. Ни хреновое, ни хорошее. А я, блин, забыл поменять машину, господи. Ладно. Ну, это вообще у меня броневик. Хм. На сука. Его нога убила, прикиньте. Чё? Чё это было? По ноге, видимо, поехал, да? Хэдшот! Что за звуки такие бла-бла-бла? Куда они какие-то дристают? Только не видите, что мы... Пип. Я забыл середину для машины добавить. Чё за яйца? Чё за нахер? Понятно. Киндер, когда малое, значит так много. За один день мы узнали, какие моменты запоминают взрослые и дети. Типа я сам нажал, типа вот на.
подарочки. Сейчас создадим настоящего нам монстра. Угу. Купить бы джип, купить бы джип, бронированный, весь заряженный, тонированный. Так, это какой-то сюрприз. Это можно вообще убрать. Иди нахер отсюда. Колеса дайте, уроды. Нет, слишком большое. А что там происходит? Сейф. Не знаю, давайте назовем. Пьючер. Сюрприз, мазафака. На. Бум, бум. Валим, 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 валим на гелике. Вот только это подходит здесь. Купи мы джип, купи мы джип. Не, ну вообще, ну... О! Что за звуки-то странные такие? Бум. Все, мы сдо. Все, по-моему, это конец. Нет? Ну ладно. По-моему, она баганула игра. Давайте к следующей. Следующая игра. Kill Stickman. Убей Стикмена. О, это что-то жестокое, да? Давайте посмотрим, что это такое. Новые два предмета. Ну, давайте. Ну что, я его убил. Что за игра? На КС не похоже, я это точно скажу. Ну, ящиком, ну и чё? Как же меня реклама бесит. Ну, какое-то такое, так сказать, развлечение. Хреновое. Лучше к следующей игре. Мистер Стикмен. Ах ты ж мразьё. Хедшот. Ну давайте дальше.
На 360. Надо ему хедшот. По-моему, он сдох. Ну, игрушка! Минимум на полчаса. Ты чё, бессмертный? What the fuck? Замешают мне. Рикошетить. И хедшотить, да? Хотя бы убили. Никогда не ждите даже, что буду оценить. Вот это. Это какое-то достаточно странное, но и одним временем завлекающееся. Господи, если нормальное оружие тут хоть. Обновить сейчас. Не, не будем сейчас обновлять, давайте сыграем еще. Все-таки узнаем, есть ли тут смысл играть в это или нету. Сейчас сдохнет он. Нет, ну ладно. Чуть ниже. Да, сука, реклама бесит. Мне реклама больше всего бесит в таких играх. Конечно, игра сделана криво, но, блин. С трех пуль он сдох. Я знаю, как это пройти. Раз, два. А у меня целых три пули есть, чтобы его убить. И он не сдох. Да. Тут-то довольно все легко. Да успокойся ты там. Угу. Но вот это будет сложно. Как он не упал? О, удаление игр, да? Да-да, конечно, бустер. Он весь кэш удаляет это приложение. Не удивляйтесь, я проверял. Так, бум, трупак падает. Assassin's Creed убивает людей. Людей. По-моему, сюда попасть. Надо просто высадить, по-моему, вот сюда, да? Чуть выше. Ну, довольно легко. Давайте. У нас есть монеты. Ой, господи, это так еще криво. Купить за 11? За 20? Подождите.
Купил два шмота. Остался еще один. Давайте быстрее играть. Нам надо 20 монет раздобыть. На, сука. Как там, возможно, его было не убить? Понимаю, что надо стрелять в хлебало, но, блин. У него хлебала не было. Я бы это так назвал. Давай, вот-вот, в хлебало можно выстрелить. Да. Не, ну-то... Это непонятно, как надо сделать. Ну, давайте, сделаем. У меня есть одна еще тактика. Давай. Вот так. Да почему щит там вверху виснет? Ладно, мне уже должно быть неинтересно. И мы, по-моему, сдохли тоже. Давай назад стреляй, сука. Он еще не... Чего? Да я не успеваю, он медленно крутит. Что за херня происходит? Но он сдох, это явно. Наконец-то. С 20-го раза. Надо, конечно, найди тут рикошет. Как я должен нахер это проходить? Не, я не понимаю, это... Это что-то сверхъестественное. Штаны у меня нету. Я оружия от другого нет. Давайте к следующей игре. Сейчас мы в игре Stickman Shooting. Да, это довольно кровавая игра. Сука, нафига. Откуда тир, да? Бум-бум-бум-бум. Убей его, убей, 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 убей. Нет! А давайте тебе другое оружие. У меня нет другого оружия. Да вы серьезно? Там из-под мобайла кто-то сбежал. А, суки. На, прокурор. Оп! Мусор, снижение, Серёг, голова. Голова, реально. Давайте, мы сможем убедить всех. О, сука. Давайте, это мобайл какой-то. Напряженная игра. Да нет, словишь маслину. Только сразу нас без перезарядки какой-нибудь стреляем, ну да ладно. Может быть, так и существуют реальные пистолеты, да? Веди имя. Я с видео. Давайте. Все. Ладно. Ну давайте. Как тут бар? Магазин.
Ни хера оружие это дорогое. Дайте мне $150, я куплю. А, заказы. Убейте 25. За сегодня. Второе, убейте 60. Так, ну давайте спецназовцев будем убивать. Давайте, улица. Давайте играть в это. Так, где тут выстрел, ага. Что спецназ? Вон он, спецназ. Ну ты тоже. Тоже спецназовцы. Хочет. Странно, что мы белые стреляем по черным. Что-то очень странное. Ну, как бы игра веселая. Да блин, из меня стрелок какой-то хреновый. Деньги. Плюс 10 баров. 6 убили. 6? Карл, мы 6 убили сегодня. Но если бы мне только ставить подсчёты, было бы легче. Давай, стреляй по ним. Бум-бум-бум. Бум. Огонь. Хедшот. Хедшот. Где спецназовцы-то? По-моему, спецназовца и не было. Это я готов поддерживать игру, ребята, она классная. Thank you.
Давно убила. Вот, ну ты говно идёт. Да, 23 только. Давай еще. Тест посмотрите, что интересно. Давай, 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 стреляй. Я. Так, 30 были. Задача. Одну мы выполнили. Подождите, магазинчик. О май гад. Купить все. Куплено. Ебай, у меня теперь есть калаш. А теперь крутой. Чё за рэп? Ра-та-та-та-та, да сука, новый автомат, я. Ну, теперь мы все непобедимые. Иди сюда, сука. Да, прикольно. Уху, весело же. Убиваем их всех, чертям. Сейчас ты победишь от мразьё. Уху! Ты чё, куда пополз? Да, ну хэдшот. Ну и чё, шут? Давай, ползи. Да, нормальная игрушка. Всё-таки. Ну, деньги добавились, да. Ну, давайте к следующей игре пойдем. Red Gold Stickman, чё за... Понятно. Я уже все понял.
Видишь, я же бросил. Нет, спасибо. Будь заново. Чё за кривые руки у тебя? А сколько, сука, кину в тебя? Твою мать. Подождите, надо сам... На, тварь. Я его ручкой убил. Ручкой, Карл. Как же беспалевно. Угу, ладно, давайте. Ох, это будет сложно. Блин. Блин! Странная херня. Раз. Ты, он сдох, но стоит. Это самоубийство было. А, ну блин. Как я назад кину меч? Он меч сейчас должен прилететь, да? Ладно, давайте к следующей игре пойдем. Сейчас что-то Райдер Стикмен, короче. Да! Вы поняли. Давайте к следующей игре. Это тяжело описывать. Стикмен репортер. Видео на полчаса. У меня уже получилось. Ну, давайте дальше еще играть. Максимально, по-моему, можно... Хоть я на час этот ролик делаю. Все, мне пофигу. А, духи, злые духи, я их вас изгоню. Хочу. Хоть тормозьте до беспредел. Кто тут такой крутой? Они матерятся даже. Здесь мне надо продержаться. Или что, я не понял? Похоже на то. Я ниндзя. Поэтому вам хана. Слышь, гринго. Чё, я не понял вообще. Два уровня. Что за хрень? Левел 3. Классно! В натуре! Чисто я нажму, что... А, у меня нет денег просто. Эх, логично. Есть бесконечный режим. Ладно, давайте к следующей игре. Десейтер Айслендс. Сам ролик оставлю 18+, поскольку здесь есть кровь в этой игре. Так что у меня все окей. Ну, давайте. Давайте видим свой ник. Страшно, конечно, ну да ладно. Если меня игроки узнают, то мне хана. А прикинь, если меня какой-нибудь тут игрок узнает. Чё за херня со мной?